Отстегни, пожалуйста, а? Мань, у нас котлеты остались? Остались, а что? Разогреть мне парочку. Может, тебе еще макарон? И макарон. Мне не жалко, только потом не удивляйся, откуда живут. Быстрее, быстрее, ну давай, я опаздываю. На, держи. Ты же еще не съел. Позвонить надо. Алло, гараж? Илья, да. Слушайте, вы меня заберите сегодня в 4. Нет, в 3. Радисон-Славянская. Да, на Киевской. Угу. Номер машины. 6-3-5. Решение принято и не обсуждается. Я просил это кенгуру убрать. Ты не просил. Я знаю точно, что я просил, что я не просил. Говорил, ножи разложить все по витрине. Они здесь кучка. Ножи разложим, а про кенгуру ты не говорил. Значит, сейчас говорю. Ну, с кенгуру лучше, без нее все голое. Ну, хозяин магазина. Все, пока. Тебя ждать сегодня? Питер, город сложный. У нас совсем не все можно продать там. Нужен очень правильный тон. И как раз наш журнал именно этим и отличается. Извините, пожалуйста. Алло. Да. Я постараюсь успеть, хорошо. Сейчас я запишу. 635-й офис. Ты ключ сдал? Потом сдам. А билет? Ты мне взял его? Взял. На сколько? На 10. Ну что так поздно? Что же я дома скажу? Скажешь, что была на рекламной выставке в экспоцентре. Мне что, не мыла? Зато я там был. Набрал ее кучу бумажек всяких, буклетов, лежат в машине. Дядя, А ты меня любишь? Ну, я забыла, ну прости. Ну, прости. Мы же договорились. Ну, просто я соскучилась. Я тоже соскучился. Вообще, надо что-то придумать. Так невозможно раз в месяц встречаться. Ты бы ради приличия хотя бы дал рекламу. А то все, как роман начался, так я потеряла рекламодателя. Могла бы сделать рекламу бесплатно уже. Это что, получается, что я с тобой тут за рекламу? А, получается, да? Я должен платить. Так, что ли? Нет, это мне очень дорого обходится. Тихо. Тихо.
Знаешь, я думал, что уже ничего не будет. И не то, чтобы меня это пугало. Я даже радовался этому, что все ясно до самой смерти. Вернее, я думал, что я радуюсь. Ты знаешь, если бы мне кто-нибудь сказал, что я на такое способна, я бы в него плюнула. Да. Жаль, что у нас не разрешено многоженство. Угу. Многомужество тоже. Нет, ну это наглость. Да? Угу. Угу. Главное, свои бумажки не забудь сзади забрать. Где мои часы? Сколько время, а? Да лучше не смотреть. Да куда ты лезешь? Простите. Простите, пожалуйста. Простите. Да. Простите. Простите, мы опаздываем. Простите. Извините, девушка на Питер опаздывает. Знаете что, на Питер регистрация уже закончена. Миленькая, родная, любимая, посадите, пожалуйста, вопрос жизни и смерти. Вообще-то нужно не опаздывать. Ну, простите, пожалуйста. Извините нас. Получилось. Сейчас просто. Я спрошу. Олег, тут еще одна. Возьмешь? Идите, девушка. Спасибо. Так, билет, паспорт. Сумка на транспортер. Мама, ты нас не видишь? Здорово. А мы решили тебя встретить. Да? Ну и дураки, вам давно спать пора. Что я тебе говорил? Это еще что? Мам, ты что ворчишь? Лучше бы спасибо сказала. Слушай, это ты его научил, да? Я сам. Ага, сам. Она такая, если ты ни с кем не можешь ладить, это твои проблемы. А я такая, у меня-то проблем нет. Короче, мы из своей комнаты выперли. Кузьма, ты хоть слышишь сама, что ты говоришь? Короче, она такая, я такая. Ты что там, с Тушинской Урлой общалась, что ли? Пап, ну что ты сразу пристаешь? Я, между прочим, только приехала и хочу расслабиться. Мань, слыхала? Наша-то расслабиться хочет. Перенапряглась. Я утку приготовила, не ругайся. Я не хочу утку. Значит так, лицо попроще. Мало ли кто что хочет, не хочет. Мать, между прочим, старалась. Началось. Слушай, может, нам его в другую школу перевести, а? Как будто в другой не будет то же самое. У них в классе у каждого второго труба, а в другой школе просто будет у каждого. Потом, пока я там работаю, я ведь хоть как-то могу за ним присмотреть, а если его переводить, зачем мне там оставаться? Да ладно, нечего тут так переживать. Нормальный современный ребенок. Да мы с тобой старомодные дураки. Я еще тут со своим самолетиком. Ничего, мы не дураки, это они дураки. Самолет прекрасный. Еще 4, 5.
щепотка. Как тебе нравится, все равно проиграть. Потому что не надо все у тебя брать. Хорош, пожар, пошли выступила. Я же орал. Ладно, Сенечка, успокойся. Через неделю снова за нас играть будешь. Да меня просто бесит, что он каждый раз из себя звезду большого спорта изображает. Успокоишься ты или нет? Сенечка, у нас в последнее время что-то очень нервно. Может, у тебя администрация, Сенечка? Пошли вы. Успокойся, он будет сегодня. Скоты все. Ну что ты дергаешься? Светка, что ли? Опять не дает. Твое дело, дает. Сука она. Сука? Ты брось ее, не хочу. Тогда не бросай. Светка, что тебя любит? Ни хрена она меня не любит. Она бабки мои любит. Тогда брось. У тебя же Юлька еще есть. А Юлька тоже, сука. Ну вот, приехали. Брось Юльку. Я же не козел, чтобы семью бросать. Ой, мне как твои проблемы, Сенечка. Да, Илюш? Вот люди живут. Да. А вы обратите внимание, друзья мои, наши Илюши в последнее время решительно не поддерживают разговоров о бабах. Наводит на мысли, в тихом омуте, как говорится. И где уж нам, дуракам, чай топить? Да зуб давить, а баб появился. Я, Андрюшек, я, знаешь, примерный семьянин. Здравствуйте. Пойдем поскорее. Там машину ждем. Пойдем. Слушай, а что это у тебя такое, а? Это? Вот это. Ружье. Добрый день. Я же как бы на охоте. Я все так удачно придумала. На работе я сказала, что я заболела. А дома, представляешь, у меня телефон отключили за неуплату. А твои-то где? А, Никита уехал к матери с Егором. У меня отношения же с ней не очень, ты же знаешь. Вот, ну они там будут какой-то, я не знаю, заниматься там ерундой мужской. Не то баню бабушке строить, не то на рыбалку пойдут. Вот, а вот пансион, откуда мы едем, мне его посоветовали, потому что там в это время обычно никого нету. Отлично. Ну смотри, все равно между ними дыра. Ну что? Ну подожди. Ну нифига, так неудобно. Что делать? Ну подожди, сейчас. Давай. А. Так. Ну что ты стоишь как столб? Давай, а. Помогай. Так. Так. Опа. Отойди. Ой. Тебя бабушка завтракать зовет. Чуть. А мы на рыбалку пойдем сегодня? Не знаю, точно, наверное, будет. Ну, ты же обещал. Ну, я обещал, но как же подождут идти? А мы куртки наденем. Посмотрим. Ты всегда говоришь, посмотрим. Егор, иди в дом. Пап, ты сердитый? Значит, ты грустный. Сынок, иди. А почему ты грустный? Так, сон плохо приснился. Иди. Давай выпьем. Ну давай. Ну что? За тебя. Хороший тост. Фу. Фу,
Слушай, скажи мне, а что ты дочку Кузьмой называешь, а? А почему ты спросила? Да просто так. Я давно хотела спросить, просто забывала. Сволочи мы, конечно. Да уж не без этого. А ты хорошо с ним живешь? Да, грех жаловаться. Кто тут? Очень уместно. Никогда не мог понять этой заповеди. Ты про прелюбодейство? Нет. Про чревоугодие. Давай еще выпьем. Давай. У меня еще есть? Да. Ну, давай. За что мы пьем? Мы за тебя. Хороший тост. До дна? Нет. До дна. Господи, это же Гребенщиков, дубина ты. Какой наш? Да он не ваш. Он всеобщий, всероссийский, ордена Ленина Борис Борисович Гребенщиков. Ну, я не знала эту песню. Ты такая глупая. Ты еще так много не знаешь. Угу. Ты такая нелепая. Такая смешная. Я так с тобой счастлив. Я нелепая, да? Угу. Точно? Точно. Всем и каждому скажу я секретов не держу. Я не шкаф и не музей. Хранить секреты от друзей. Ля-ля-ля. Шу-шу-шу. Ля-ля-ля. Шу-шу-шу. По секрету всему свету, что случилось, расскажу. Ля-ля-ля. А ты галстук помнишь, как завязывать? Ты издеваешься, что ли? С закрытыми глазами. Смотри. Смотри. Между прочим, я была председателем совета отряда. Дурак. Да? Нет, ты у меня карьеристка. Я? Ну-ка, иди-ка сюда, колобаша. Кто? Иди, иди, иди сюда. Я не пойму. Иди. Ни за что. Зачем ты еще? Я тебя научу правильно салют давать. Да? И ты как? Вот так. Ну? Лежа? Ага. Где ты вас так учили? У нас в отряде все так отдавали. Так? Будь готов. Всегда готов. Слушай, ты правда думаешь, мне надо похудеть? Что, с ума сошла, что ли? Ты почему колобаша? Потому что. Нет, почему? Потому что. Что ты делаешь? Галстук не отдам. Ну что, я не опоздал? Здорово. Педикюр. Ну что, принес? А как в аптеке. Смотри, какие красавцы. Ну, ты просто гений. Может, даже меньше. Ребята, как только услышали, что это для тебя, чуть лося мне не притаранили. А вот это вот? Это лично от меня. Хороша?
Вот этими руками. Ну что, сдурел, что ли? У меня весь вагон провоняет. Илюша, во-первых, она не воняет, а пахнет. А во-вторых, я ее завернул. Держи. Не-не-не, не возьму. Да ты что, Катя, подарок брать не хочешь, что ли? Ну хорошо, не хочешь брать, девушке себе подари. Интересно, что я с ним в вагоне-то буду делать? Так, девушка, возьмите щуку, иначе я его сейчас под колеса поезда ставлю. Нина. Моня. Что значит Моня? Меня зовут Эммануил. Очень приятно. Здравствуйте. Ниночка, возьмите, пожалуйста, щуку в подарок. Не, ну что? Знаете, вы сами здесь решайте, а? Я из-за твоих поручений так столько времени потерял и всюду опоздал. Нет, ты бы хоть спасибо сказал. Спасибо. Ну, забери ее. Иди в жопу. Ниночка, очень приятно было. Счастливого пути. Моня, сумку дай. А, еще и сумку? Держи. Да ты что? Забери ее, пожалуйста. Да что я дома скажу? Скажу, что на рынке купила. А я на рынок не хожу. А что с ним делать можно? Ну, я не знаю. Делай фаршированную или котлеты сделай. Илюш, послушай. Ну, я не знаю. Спроси у кого-нибудь. Возьми поварскую книгу. Сделай заливное. Уху, наконец. Да нет, ты когда позвонишь? Все, иди, иди. Спасибо тебе за все. Я жду тебя в Москве. Нина! Я тебя люблю. Что? Здравствуйте. Скажите, вам рыба нужна свежая? Какая рыба? Тут шаурма. А, ты продаешь? Даже. О, а рыба какая, а? А я читаю пять кафе, а в махтюка. Давайте, это ли да? Ну что, рыба? Нет, мне рыбу не кушаем. Спасибо. Возьмите рыбу, пожалуйста, даром. Вам не нужна рыба? Это очень хорошая, прекрасная рыба. Из нее очень хорошее заливное будет. Это щука. Ты не сможешь жить в Москве, он никогда не переедет в Петербург. Чем все это может кончиться? Поверь мне, я точно так же бы реагировала, если бы ты завела роман с сантехником из Стамбула. Это было бы так же дико. Я не понимаю. Видишь ли, плохого тут ничего нет. Просто я знаю тебя, твоего Никиту, твою жизнь. Я боюсь, что ты сама того не замечая, отдалишься от всего этого. Старое разрушишь, а новое не построишь. Это почему? Да потому что он не нашего круга. Ну ты же видела. Ну ты же видела. Я же засыпала. Я скукоживалась вся. А теперь все наоборот. У меня настроение все время хорошее. Посмотри, как я выгляжу. Ну посмотри. У меня энергии в 100 раз больше стало. Мне хватит не на одну семью, а на целых 4. Не притворяйся, дурочка. У вас ничего не может быть общего, кроме секса. А это, согласись, не так уж много. Ну это неправда. Это неправда. Я его очень люблю. Ты даже не представляешь, как мне с ним. И весело, и интересно, и вообще. Он бы тебе очень понравился. Таня, он совсем не такой. Спасибо. Так, садись.
Давай, давай, давай. Только 10 минут, иду домой. А скоро начнем? Скоро, скоро. Ты что, ты с ума сошел? Что? Ты почему не позвонил, а? У тебя телефон не работает. Иди к Пушкину. Подожди меня, я еще что не придумал. Подожди, подожди там. Иди, 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 иди. Хорошо. Я сейчас. Петрович, подожди, подожди. Ну что ты, зачем ты делаешь эти движения так-то? Зачем? Двигайся к партнерше, к партнерше. Вместе с ней будь всегда, да. Ну что ты все перезабыла? Ну, давай в пару, давай. Глава. Наслаждайся, думай о танце. Забудь. Ножки, ножки. Отлично. Умницы, продолжаем. Двигаемся, танцуем. Сергей, объятия держим. Объятия и локоть. Выпрямись, мы хорошую голову подними. Подвернула. Сейчас я там подожду. Головка поправит. А, хорошо. Продолжаем. Значит, все решено? Ага. И что, мы прям будем жить вместе? Да. И умрем в один день. А как ты думаешь, они скоро поймут? Ну, они же не дураки. Конечно, поймут. А если они 10 лет будут терпеть? Значит, мы 10 лет будем скрываться. Как ты хочешь. Ты же сама говорила, что они не заслуживают такой жестокости. Не заслуживают, они вообще ни в чем не виноваты. Ты мне лучше вот что скажи. Ты мне потом тоже будешь изменять, а? Ну, это посмотрим твое поведение. В каком смысле? Ну, как ты думаешь, если бы я собрался тебе изменять, нафиг мне на тебе жениться? Ой, все-таки как же это ужасно сложно, жить двойной этой жизнью. Я думаю, что все произойдет намного раньше. Раньше, чем мы об этом думаем. Почему? Ну, не знаю, мне так кажется. Но главное, ничего специально не форсировать. Вот. Хорошо было бы, если бы он сам влюбился. Да. И ушел бы. Я бы вообще бы не была ни в чем виновата. Ну, конечно. Размечталась. Слушай, может быть, сказать им сразу всю правду, а? Да. Я ужасно врать не люблю. А я люблю. Как ты себе это представляешь? У меня язык не повернется. Слушай. А? А может, ты ее еще любишь? Да. Да, визгу поросячего. Да. Ты еще с... просто. Вообще не подходи ко мне. Подожди, телефон. Телефон, тихо. Какой телефон? Какой? Алло. Алло. Даки. Я... Нет, я в травмпункте. Я ногу подвернула. Нет, я не на Васильевском. Не надо ехать туда. Меня тут довезли. Я в очереди, да. Я сама доберусь, все. Все, меня зовут, пока. Пока. Ну что? Ну ничего, ну набрала. Как дура какая-то. Ну и что? Пойдем в аптеку? Правдивая ты моя. Зачем? Ну как, ты же в травмпункте была. И что? Тебе же ногу надо бинтовать, а? Что, прямо так? А? Ну да. А где? Мы что-нибудь придумаем? Стой от меня! Здравствуйте. Здравствуйте. А где у вас примерочная? Направо, пожалуйста. Спасибо. А вам поможет? Нет, нет, спасибо. Мы сами справимся. А теперь иди, я сама. Давай, ставь ногу. Давай, давай. Не трудно? Нормально. Скажи, у тебя ножка маленькая. Прямо как у девочки. Совсем обнаглели. Я сейчас охрану позову. Да ладно тебе. Может, им приспичило. Все равно никого нет. Совершенно у людей совести. Да и вы что так? Понятно. Так.
Я сейчас милицию позову. Что такое? Вы что, совсем обалдели? Что вы кричите? Так быстро отсюда выметайтесь. Что такое? Что вы кричите? Ну? Девушка! Тихо. Девушка! Тихо. Вы же, кажется, приличная. Тихо. Что вы кричите? Кайфоломщица. Что, не подошло, да? А, великовато. А так вы другой размер попробуйте. Мы к вам завтра зайдем. А, нет, не надо. У нас тут не публично. Не дом. Надо орать. Нет никакого счастья, Танька. Есть, как известно, покой и... Да и Ура-то, видимо, тоже нет. Знаешь, Кит, я хотела тебе сказать одну вещь. Ну? Нет. Не буду. Ну, не надо. Никому ничего не надо. Все и так уже более-менее понятно. Ну, я тебя хотел спросить, что у тебя за духи? По-моему, Пикассо, тебе что, не нравится? Нет, очень нравится. Думаю, может, Машке такие на Новый год подарить? Ты что, совсем с ума сошел? Что такое? Ты что, хочешь подарить ей мои духи? Мне нравится запах, и тебя вспоминаю чаще. Ну, мне совершенно не хочется, чтобы ты вспоминал меня, нюхай другую женщину. Это хамство какое-то просто. Ну, ты что, обиделась? Конечно, обиделась. Извини, извини, я глупость сказал. Да это не глупость, это гораздо хуже. Ну, извини, ну, тупой. Действительно, тупой. Ну, Катя, ну что ты? Не обижайся. Ну, действительно, я не знаю, если вот так сложно. Что дарить? Я ничего не понимаю в вашей парфюмерии. Что хорошо, что плохо. Ну, вообще, обижаться из-за жены, это, по крайней мере, глупо. Да дело не в этом. Ну, дело совершенно не в этом. Как ты не понимаешь? Если бы ты сказала, что тебе нужно купить ей духи, я бы тебе с удовольствием помогла. Ты же знаешь, я в этом смысле надежный человек, без всяких этих женских глупостей. Ну, это мой запах. Ну, это как-то неделикатно, это как-то, ну, противно просто. Я же извинился. Ты правда поможешь мне выбрать духи? Конечно. Какие проблемы? Нин, ты гениальная баба. Вот именно. Я тебя обожаю. Ну, только мне надо знать, подожди, только мне надо знать, как она выглядит, в смысле того, какие у нее там волосы, глаза, как она одевается. Я же никогда не видела. Сейчас. Ничего. Ничего. Ты куда? По делам. По каким делам? Чуть дырела? Ты мне голову морочи. Я тебе голову не морочу, как ты выражаешься. У меня работа. Я, как ни странно, должна зарабатывать деньги. Так что вечером, когда я освобожусь, я тебе позвоню. Какая работа? Что, ты знаешь, какую-то свою работу? Что? Отлично! Просто замечательно! Вот сейчас и пойду. Стой, подожди, стой, я не пущу никуда. Стой, остановись. Отойди. Стой. Что ты?
Ты что? Ну? Ну что такое? Ты как со мной разговариваешь, а? Что такое? Ты как со мной разговариваешь? Я тебе кто? Скажи мне. Я тебе что, это девочка по вызову, что ли, да? Я тебе что, любовница, секретутка? Я самостоятельный, востребованный человек. Меня очень ценит, между прочим, руководство. И с самореализацией у меня полный порядок, и поэтому я никому, ты слышишь? Подожди, стой. Ты слышишь, что ты несешь-то? Ты себя слышишь? Ты что, на профсоюзном собрании? Стой. Да? Все. Тихо. Ну не реви, Нина. Ты что? Перестань. Чш. Все так хорошо было. Не реви. Ну ты из-за чего? Из-за фотографии. Из-за духов. Просто так заблюднуть захотел. Ну не дура, а? Самый дурак. Я понимаю, что тебя ценит руководство такой дурой. Илюш, мы же договорились. Ты же тоже от него подарка не возьмешь. Я совсем другое дело. Я думал, ФБР. Ты спрячешь или что-нибудь придумаешь? Ты же сам меня учил. Как можно больше правды. Как можно меньше вранья. Зажигалка. Твоя вот синяя. Ты мне ее подари. Я тебе свою. Чудесный подарок. Они вообще друг с другом не разговаривают. Ты что, я Юльку вчера дырку в ухе просверлил? Или ее уговорил прийти сегодня? А, это баба какая-то. Что, та же? Ассистентка его, что? Да? Уже послал ее. Представляешь, что там все по-новому. Вот говнюк-то, а. Да, все вы такие. Так, здрасте. С Новым годом, с новым счастьем. А я за что под раздачу попадаю? Для профилактики. Я, между прочим, такую профилактику обидеться могу. Ну, я шучу. Ты не шути, красавица. Серьезно. Итак, Нинка, козырьком надо. Все-таки замечательно, когда твой муж художник. В общем, послал его за ёлку. Папа, учитель. Слыхала, я для него учитель рисования. Твой папа замечательный художник. Китин, спасибо тебе, родной. Ты гений. Ты наконец-то поняла, это моя головка. Mm-hmm. Я верю в тебя. Алло, гараж? Да. С Новым годом, ребята. Вы у меня самые лучшие. Да, спасибо большое. И вас также. И супругу вашу поздравьте. Я как раз сегодня думала об этом. Всего доброго!
Ты что, водителем, что ли, звонил? Да. Праздник все-таки. Надо поздравить ребят. И что же, у вас в гараже прям справляют? У нас мир чистоган, в любой момент могут вызвать. Что ж вы их не отпусти? Виднее. Мне тоже. Кто это был? Рекламодатель. А танцы будут? Когда я ему говорю, Сергей Александрович, это у вас проблемы будут, а не у меня. Ну, он встает, посмотрел на меня и говорит. Не трогай скатерть. Маша, ты не слушаешь? Слушаю, слушаю. Тебе не интересно? Просто ты мне эту историю примерно сотый раз рассказываешь. Понятно. Алло. Нин, это я. Там Виталий пришел. Какой Виталий? Таксидермист какой. И что? То есть как это что? Ты же его сам вызывал на 15-е. Да. Зачем? Я откуда знаю? Ты что, начальник? Да ничего. Я не буду с ним сегодня разговаривать. Почему? Не хочу и все. Я не понимаю, Илюша, а ты вообще делами собираешься заниматься? Издеваешься, у нас платежки неделю не подписанные лежат. Подпишите. Кто их подпишет? Галка. Она замечательно подделает мою подпись. Уже года два как. Замечательно. Так может, Галка и директором будет вместо тебя? Угу. Я вообще не понимаю, почему меня это должно волновать? Я сам не понимаю, почему тебя это должно волновать. Я могу и плюнуть. Плюнь. Миш, только не трогай меня сейчас. Иди. Иди, ладно? Поздравить тебя и подарить тебе
набор этой прекрасной тефлоновой посуды для того, чтобы, придя домой после работы, ты могла приготовить себе вкусную и питательную пищу. Поздравляем! Ура! Я шампанское. Анализ. Там, знаешь, они вычеркивают еще половину того, что тебе можно. В общем, нельзя ничего. Алты можно только тыкву, не рыбу. Хватит, хватит. Давайте чуть-чуть. Все, все. Девочки, девочки, тихо. И мальчики тоже тихо. У меня созрел тост. Наташа, твой день рождения. Мы все должны выпить за 7 дней. За женщин. Ленинграда. Вы совсем как обычно. Как обычно. Молчите. Ты бы уж что-нибудь другое выучила. Ну, или тоже что-нибудь подойдет или нет? Виноградный. Кого? Слушай, а где виноградный? Нина, сейчас. Нина! Нин, тебя к телефону. Ирина Юрьевна, хотите бутербродик с рыбой? Алло! Поешь, поешь. Почти же вы там. Алло! Я предлагаю всем выпить Ирину Юрьевну. Давайте за Наташу. Успокойтесь, пожалуйста, своего скандалиста. Доктор, что, операция? Да какая операция? Обожался он. Подержим пару дней у себя, клизмы поставим, диеты. Прокакать все в порядке будет. Не хочу, не надо. Сын, ты что, всего лишь на пару? Пойдем, пойдем, Орел. Я тебя с ребятами познакомлю. Вы ему там привезите-ка чего-нибудь. Пижаму, халат, если есть тапки. Хорошо. Не хочу. Ну, Егорка, ну ненадолго. Ну, раз ты такой трус, ежа точно не увидишь. Какого ежа? Живого? Ну, не мертвого же. А где он живет? У нас. На втором этаже живет. А как его зовут? Ярославом зовут. Знаешь, какой еж серьезный, брат, что ты? Разделся. Угу. Чё ты так смотришь? Пап, ты алкоголик? А чё, почему? Ты же сам говорил, что алкоголики пьют в одиночку. Что делать? С тобой-то я пить не могу. Пока, во всяком случае. Пап, я серьезно. Так. Значит, в одиночку пить нельзя? Нельзя. А в компании можно? Можно. Ладно. Можно узнать, по какому поводу веселье? Между прочим, здравствуй. Здравствуй. Чего так грубо? Вы чем-то недовольны? Я не могу выпить с ребятами. Чего ты не отвечаешь? Илюш, ты поссориться хочешь? Я? Что ты, любимая? Я, наоборот, хочу с тобой выпить. Весь вечер так. Скажи,
ты скоро бросишь этого мужика своего московского? Что? Ну, скоро ты его бросишь. Или он тебя? Ты о чем? Я не понимаю. Какого мужика? Ну, Илью этого, или как там его? Ты что, с ума сошел? Ты бредишь, да? Нин, не надо. Не первый год, как говорится, замужем. Слушай, о чем ты говоришь? А какой Илья? Я просто не понимаю, о чем ты говоришь. Что ты начинаешь... Послушай, не шуми. Я ж не устраиваю тебе сцен. Не бью тебя, не даю его убивать. Я просто спрашиваю, когда? Я устал от этого очень. Я не понимаю. Все ты прекрасно понимаешь. Перестань. Чего ты хочешь, развестись? Разводись. Сына я тебе не отдам, поняла? Ты меня поняла. Чего ты хочешь? Я не знаю. Ну что у нас происходит? У нас, муж, происходит офигенное семейное счастье. Вот что происходит. Ты разве не заметил? Давай-ка выпьем за это семейное счастье. Забыл. Ты же у нас не пьешь. Бережешь свою красоту неземную. Давно у тебя хотел спросить, для чего ты ее бережешь? Для кого, то есть? Все эти массажи, маникюры, тренажеры. Если для меня, Маша, мне это нафиг не нужно. Знаешь, что мне нужно? Чтобы дома поговорить было с кем. У меня вместо жены манекен. Барби. Человеческий рост. Заткнись ты. Ты не смеешь меня оскорблять, слышишь? Кто меня с работы уволил? Кто мамочку свою клял и требовал, чтобы я всегда дома была? Да ты из меня манекена делаешь. Ты что думаешь? Я так хотела жить. Но я давно живу по-твоему, а не по-своему. Ничего не жалуюсь. Дома тебя всегда ждет чистота, вкусный обед и улыбающаяся жена. Поговорить ему не с кем. Ну и сволочь ты, Илюша. Ты жизнь мою хаваешь и не давишься.
мусорим? Давай, поднимай. Не буду. Почему? Урны надо ставить. Так, или поднимай, или плати штраф. С какой это радостью? С такой радостью. Правила у нас такие. Правила у нас такие? Да. Такие у нас правила. Правила. Хорошие у вас правила. Вот правила вас! Да, мужик! Вот вам правила ваши! На! Правила вас такие! Ты что, мужик? Тихо-тихо. Извини. Ты что, с ума сошел? Извини. Да, брат, извини. Извини, слушай. Извини. О! Извини, брат. Извини, извини. Не знаю, что случилось. А ну, подожди. Ты что, мужик? Тихо-тихо, все. Все, ну. Обалдел, что ли? Как, нормально? Голова не болит? Да вроде голова нет. Не тошнит, не? Извини, брат. Извини. Я тебя посажу, ты что? Меня не сажать надо, меня в дурку надо. Извини. Идиот. Ты что думал, а? Что ты думал? Если ты мне родная дочь, то я тебя похвалю? Да мне, может быть, Никита в тысячу раз дороже тебя. Кто мне лекарства возит, а? Кто отца в больнице дежурил? Кто ему место на кладбище выбивал? Ты? Ты же у нас работаешь. По мужикам вон бегаешь. Господи. Мама, что ты такое вообще говоришь, а? Мам, ты вообще про это что знаешь, а? Ты про это что понимаешь? Я к тебе пришла, потому что мне очень плохо. За что ты со мной так, мама? А за то, что ты с жиру бесишься. Ну, а чего тебе не хватало? Слишком хорошо жила, зажралась, остренького захотелось. Какого остренького, мама, ты? Ты понимаешь, что у меня любовь случилась? Ты знаешь, что такое любовь? Любовь, мать моя, в твоем возрасте случается либо от глупости, либо от безделья. Гнать ее надо, эту любовь твою. С этой все то же самое будет. Все бабы одинаковые. А вот этот старик не прав. Вот это не прав. Давай выпьем за тебя, чтобы тебе встретилась правильная баба. И ты осознал, как ты не прав. Хотя с другой стороны, если ты ее встретишь, то ничего хорошего не будет. Дачу достроить, летом курорт, зимой горные лыжи. Дома кино посмотрели и все, спать. Это все? Что, больше ничего не будет? И ради этого мне надо жить? Мне же через 2 года с ракет, понимаешь? Это же все. Там у меня жизнь настоящая. А дома долг. Как будто я взаймы брал. Ходит рядом родной, близкий человек. Мучается тоже. Наверное. А помочь ни мне, ни себе не может. Ну ладно, когда ты меня в отделение поведешь? Да ладно, Илюх, живи. Я тебя прошу, посади меня, пожалуйста. Я больше так не могу. Ну хотя бы на 15 суток. Слушай, тут точно пора в дурдом. Я тебя прошу. Да ладно, Козырева. У нормальных взрослых людей через 2-3 года отношений чувство теряет свежесть.
И это я тебе не как гнойный Питер говорю. Потому что у нас, у гнойных Питер, отношения вообще больше полугода не держатся. У меня, во всяком случае. Ты слушай меня, я же умный. Слушай, давай выпьем. Давай. За что? За английский брак? За 10-й Б. Ну, давай, за 10-й Б. Слушай, Козырева, то, что у твоего мужика левак, это ясно даже таракану. Но ничего плохого в этом нет. И самой давным-давно пора уже завести себе любовника. Найдем тебе молодого, красивого, мускулистого, загорелого автослесаря. Или автотокаря. Чтобы мозгов вообще не было, а хрен вот так, чтоб стоял. Еще потом спасибо мне скажешь. Кстати, сама увидишь, как у тебя с мужем опять все круто станет. Это же ужасно заводит. Ренатик, я же его люблю, я не могу с любовью. Сможешь, Козырева. Есть такое слово «надо». Давай брякнем. Я его так люблю, я даже тебе сказать не могу как. Козырева запомни на всю жизнь. Любовь делает из человека урода. Я правда, я все время о нем думаю. Так хорошо жить, так хорошо. А он меня Барби обозвал. Сидит очень хорошо. Туда ему и дорога. Потому что не нужно воровать. А что, у тебя воровал, что ли? У меня в том числе. И у тебя. Сесть на трубу и оттуда качать. Интересно, за какие такие заслуги это все ему? Это хотел, чтобы тебе. Почему нет? И тебе, и ему, и всем, и мне. Она, между прочим, всем принадлежит. Труба эта. Но что ты с ней имел при совке? При совке я имел великую державу, в которую все боялись. Ты не волнуйся так, Арсений. Тебя сейчас все боятся. Ты очень страшен, его. Ладно, пойду я. Ты чего? Пойду. Куда ты собрался? Пора мне. Знаете, пора. Сидел, сидел, молчал, молчал. И вдруг пойду. Куда пора? Сам всех созвал. Поговорить. О чем? О великой державе. Почему нет? Надоело. Друзья мои, по просьбе Ильюши, давайте поговорим о книгах. Арсений, что ты думаешь о Шопенгауэре? Перестань идиотничать. Все, пошел я. Что-то не пойму, ты охамел или заболел? Пока. Охамел. Не-а, заболел. Это откуда мы такие красивые? Так, 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 шоу, шоу, с ними. Так, давай, 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 давай. Сейчас, сейчас. Так, я дам вам, что нужно задать было этого Петька. Не надо. Сними, сними, сними. Шубку. Здесь лежит. Хороший. Хорошо, так. Давай сапожки тебе. Сказал, что мне нужно завести любовника. Так. А больше он тебе ничего не сказал? А я сказала, давай, что не хочу. Так, и что я тебе перед за это должен медаль выдать? Ну-ка, держись за меня. Все, мне давай, плохо. Я... Все, давай, давай, быстренько, быстренько. Давай, 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 давай. Сейчас, вперед. Давай, сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Сейчас, туалет. Сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Давай, 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 давай. Ой, 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 ужас. Сейчас, сейчас, я подержу, давай. Давай, все, все. Ой. Радость моя. Ну, еще давай. Ну, еще или все? Прости меня. Ничего, ничего, бывает. Знаешь, я все решила. Что именно? Пей. Я тебя отпускаю.
Интересно знать, куда? Знаю. Твоя там жизнь какую-то, которую ты сам себе придумал. Так как сейчас жить совсем невозможно, правда? Ты знаешь, только не приходи к нам какое-то время, ладно? Одна просьба к тебе. Ты прости меня, пожалуйста. Ничего, что я пьяная, ты так лучше даже. Ты не мог бы помнишь, мы когда-то хотели любить друг друга и никогда никого не обижать? Неужели это невозможно? Может, мне магазин в Питере открыть? Все равно хотел делать третий. Так лучше уже здесь. Зачем? Будет официальный повод, чтобы сюда приезжать. Хочу Никиту возьму на работу. Как? Не знаю. Оформителем. Дизайнером. Витрин. Не надо. Меня даже видеть не будет. Заработает. Илюш, ты не понимаешь, он не оформитель витрин. Он художник. Ты понимаешь, что художник. А потом, как ты себе это представляешь? Ты думаешь, он не поймет, чей это магазин? Сделаем так, что не поймет. Пределе будет. Это унизительно. Просто пытаюсь что-то придумать. Может, вам в Москву приехать? Вам питерских не хватает. Кому мы там нужны? Ты снова с ней спишь? Да. Thank you.
Черный ветер гудит над мостами, черной гарью покрыта земля. Незнакомые смотрят волками, и один из них может быть я. Моя жизнь дребезжит, как дрезина, а могла бы лететь мотыльком. Моя смерть ездит в черной машине с голубым огоньком. Не корите меня за ухарство, не стыдите разбитым лицом. Я хотел бы венчаться на царство или просто ходить под венцом. Но не купишь судьбы в магазине, не прижжешь ей хвоста угольком. Моя смерть ездит в черной машине с голубым огоньком. Здесь не прижился, мне не жаль, что родился и жил. Попадись мне, кто все так придумал, я бы сам его здесь придушил. Только поздно мы все на вершине, и теперь только вниз босиком. Моя смерть ездит в черной машине с голубым огоньком. Моя смерть ездит в черной машине с голубым огоньком.